В ноябре прошлого года в поселке Кутузовский вновь распахнул свои двери обновленный Дом культуры «Луч». В рамках национального проекта «Культура» здесь появились зоны для активного досуга молодежи, комната для людей пожилого возраста, интерактивные пространства для детей. Если сравнить с тем, каким он был до ремонта, конечно, сейчас это просто сказка. Красиво, уютно, тепло, новая мебель. Аппаратура частично тоже новая. После ремонта оформляем зал под спортивный. Это значит там велотренажер, беговая дорожка, отремонтированный бильярд. Детям очень нравится играть в бильярд, теннис. Хорошо играют в шашки, в шахматы. На базе Дома культуры действует 16 клубных формирований, в которых занимаются около 170 человек. Клуб «Хозяюшка», который существует в Кутузовском более 15 лет, местные жительницы посещали и до ремонта, но собираться в современном здании, по их словам, стало намного приятнее. Они ходят с удовольствием каждый четверг. Мы и вяжем, распускаем, кто-то делится новыми идеями. В соцсетях найдут либо новые слетки, либо сшить сумку. И как бы приходят, показывают мастер-класс. А вяжете что? Кто носки, кто вот... Сегодня я кружок вяжу спицами. Пинетки. Кто пинетки, кто пальто. Наталья Ивановна у нас шьет. Пока одна группа женщин занимается рукоделием, другая готовится ко Дню Победы. На сцене репетирует вокальный ансамбль «Ивушка», который образовался в 2013 году. С нетерпением ждали, когда нам отремонтируют нашу сцену, потому что со сцены выступать – это совсем по-другому. Это эмоции другие какие-то. Вот, ну, возвышенность, может быть, вот это вот и влияет на нас. Кутузовский Дом культуры превратился в центр семейного досуга, где можно всем вместе посмотреть фильм, посетить концерт, поиграть в бильярд, шахматы или настольный теннис, почитать книги и просто интересно и с пользой провести свое свободное время. Антон Иванов и Евгения Козлова, телерадиокомпания «Радуга-3».